Так, давай. Женя, изображаешь умное лицо. У меня не получается. У тебя умное лицо. Ты не... Капаем сюда лимончик. Лимон не видно пока. Она очень пищит, но вам этого не слышно. Много сильно лимона. Много? Три капли. Но у меня много лимона. Ты подожди, не спеши. Это соседям, да? Кушаешь? Давай, Жень. А я туда его. Давай. Можно? Да, да, да. Я не... А ее прямо так. На когда прожуешь, скажешь, что ты почувствовал. Скажи, что вкусно. Это не очень вкусно. Сырая рыба. Сырая рыба. Если сырая рыба, не собираешь? Подожди. Щепочки собираешь? Давай. Я просто пробовал сырую. Не, когда много лимона, она не плохая. Да, мне переборщила с лимоном. А ну-ка, что почувствовал? Что время, друзья? Нормально. Скажи нормально. 15 минут третьего. Ну, нормально, ну вкусно. Вкусно, ну, да? Да, не могу сказать точно. Ну, не противно точно. Так, Настя. Стой, стой, стой. Подожди, покажем, посмотрим. Это действительно устрица. Устрица настоящая, да, черноморская скаль. Острая эдулис. Так, пошло, ага, упало. Лишнее, так? Это жемчуг был. Готовил. И осталось. Такая маленькая, она так долго жрется. Да, вот теперь я чувствую вкус. Какой? Кисленькая, слизкая. Нацеплю пух. Но вкусная. Так. Так, где там наша дынька? И соседям осталось. Ага. Ай, сюда где дыню есть? Это происходит процесс вскрытия устриц черноморских для скармливания студентам. Вот чем нас тут кормят. Слушайте, ребята. Бог дает. Вот это то, что кушают. Жемчуга нет, но без лимона не едят. Хочу, хочу хорошую русскую пляску. Три капли, больше нельзя. Желательно начало хороводное, но потом пляска пошла, да? Хочу украинский... Смертельный номер. Акапель. Украинский закали. Нет, я имею в виду вот записать, вот хор. Тебе музыку? Да. У нас нет украинских песен. Тебе ой, вообще гадость. Не покойно, да. Что хор выиграл? Это можно сделать. Да быстрее пиво. Быстрее пиво. У него запахано привезло, мне помню. Куда с Киева. Я привезла. Когда есть мясо, устрицы не проходят. Вот это был ужин студентов. Я просто... Между прочим, Красной книги Черного моря. Это на видео? Нет, ты что? Программа, музыку не могу найти народную вообще. Женя пытается открыть устрицу, не знает, с какой стороны. Почему тебе именно... Вот до чего доводит голос. Смотрите на его умный вид. Я просто только дошла... Женя очень умный вид, он вообще очень умный хлопец. Но устрицу открыть не знает, с какой стороны. Давай. Это вообще... Коня, знаешь, это я отсюда уже. Он на веревке писал. Я писал на Гаден. У меня просто музыка. У меня есть компактик один. Он у нас 3 песни. Я его перекатать, там выберешь, что хочешь.